как и ножи этих ламберги, волноводы зигзагом и направляют их, по-моему, вверх. Так. Не друг на друга, а просто вверх вот так поднимают. Там какой-то шар. Так, что за шар? Они, да, всю энергию в перчатках, они, чтобы их не стукнуло. В одно время второе делать. В одно место и... Звук какой-то противный, как сирена. И они одновременно, как на рукоятке, как кнопка какая-то, раз и нажимают. Да, спустить плазму, заряд. Это допотопные технологии. Откуда ты это видишь? Я там есть среди технологий? Нет, с тебя нету. Как это со мной связано? Пытаюсь понять. Где это? У них какие-то шляпы странные. Как с перьями, что ли. Угу. Да, чтобы вот эта вот энергия, она не совсем электрическая, но типа статики. Перья отводят. Если попадает, они... Длинное такое, да, пушистое. Да, и заземление идет потом. Уменьшают шанс попадания энергетического оружия. Да. Я пока не пойму, что это я вижу, но там внутри этого шара, когда они наводят на него эти ножи, угу, или что это, фиг его, не знаю. Там ну, внутри... Вот, плазмовые, да. Да, там внутри четко вижу человеческий контур. Он синий, этот шар становится бело-синим от разряда, который на него направляют, ну, 12 их, по-моему, по 6 с каждой стороны. Да, да. И там шар светится просто, а внутри человеческий контур. Угу. Вот там я считываю твою энергию. Они хотят типа меня убить, либо дают энергию? Фиг его знает. Сейчас я попробую рассмотреть. Но энергия-то природоподобная, вроде бы. Да, это поддержка. Остается выяснить, кто это и где они. На них и штаны какие-то, как кожаные, ну не такие, как педики носят, что в обтяжку, да, а белые, обычные, гусары, гусарские. широкие такие, ну не широкие, но, да, не знаю. То же самое. Для тех же целей, защитить от энергоударов. Обычные гусары, да? Да ну, нафиг мне эта картинка, я не пойму ни откуда она, ни к чему она привязана. Но там внутри как выемка или как контур, это твоя сила там однозначно. Угу. Там вот они убить ее хотят, либо вот эмоции, ты же все по эмоциям, посмотри их эмоции. Кроме того, что сосредоточенные, воодушевленные. Угу. Национальность какая-нибудь есть? Белые люди. Белые люди. Энергетик, посмотри. Ты понимаешь, мне идет одна картинка, а информация другая. Вот такой раздрайв, это очень редко, когда настолько. Да. Я вижу, что это белые люди, я вижу, что это хорошее какое-то намерение, но мне идет, что это евреи и хотят убить. Вот то, что я вижу и то, что я Иудеи ощущаю. извратили, наложили потом на этот ритуал свой. Смотри. То же самое. 12. Они в этот ритуал, который раньше был, они знали о нем, Рой знал об этом, наложили. Назовем их иудеи. Я включил запись на всякий. Они наложили, чтобы испортить. Они но берут я силу того ритуала и делают то же самое, но в своих целях. Вот посмотри изначально, какой ритуал
пусть синий тебе покажут, а иудеи используют в своих целях. Нужно разделить два Да, ритуала. я поняла, о чем ты. Как пленку верхнюю снять, просто и смотреть на изначальный. Да. Изначально люди, которые стоят, да, вот именно так, как я описала, они стоят. Но почему-то половина в левой, половина в правой, не суть, не важно. Наверное, это нужно как-то, Да. не понимая. Завихрить, не суть. Да. Где и как? Может, синий подскажет? Я спрашиваю синего, он только подсказал, что пленку нужно растянуть на две пленки, потому что как кинопленка, что как две, Да. одно на одно наложено. Они наложили, берут силу предыдущего ритуала, но своих используют. То есть это мощные энергии, а они для себя используют на убийство. Это было на добро, на развитие. Надо разделить. Первое это была поддержка. Это Да. было как посвящение или как поддержка, вот первое то, что было. Да. Это было с тобой, ну, ты понял. Угу. С Алекса. Да. Это как принятие, как посвящение, как какая-то, ну, вот поддержка, награда, вступление, принятие, Воин, присяга, да. что-то, да. Это первый ритуал не масонский. То есть, ну, как бы неизвращенный. Вот то изначальное боевое братство, ритуалы, та свободная энергия накачивала, прокачивала человека. Да, и как признание тебя вот главным над ними, вот эта вот часть, они как тебе должны были, ну, я не знаю, подчиняться, вот братство именно идет, правильно ты сказал. И потом такой же ритуал, только вижу уже абсолютно другой, уже вижу люди в таких балахонах, так же стоят. Вот пусть синие отделят, и вот те, которые второй ритуал накладываются, всех, кто так в таких ритуалах участвовал, теням. Он сейчас идет, что ли, Илья? Да? Вот прямо сейчас он идет. Да, чё я проснулся. Тени. Судьи. Синие. Блин, там внутри стоит компик. Смотри, у них еще компик остался. Ути-пути, откуда? Вот я даже не знаю, маленький такой, как заморыш какой-то, ну, компик квантовый, реально квантовый. Он как монопроектор, ты, ну, одну какую-то он проектирует. Монопрофильный дятел, да? Да. Нефиг будить даже. Нет, Сломается. он только твои проекции выдает. Реально твои проекции, ну, по энергетике чувствуется, что это наложение на тебя, сила твоя там. А у них есть откуда-то, да, откуда, ну, что я такое говорю, глупый. Ну и теперь они должны кого-то убить, Илья. Да, там есть очень много. Сегодня будет, они планируют бойню сделать. Они это уже сделали. Один человек освободился. Я Он его освободил. внешне на тебя похож. Да, это молодой парень. Они одновременно удары наносят. У него глаза стеклянные, он лежит, не двигается. Они типа Но поют, и вот под ритм, да. он живой. Он не даже не без сознания, он просто как, я не знаю, как-то, как знаешь, каким-то вот наркотиком, Колотый, да. ядом, чем-то его Он все обездвижили. чувствует, но не может двигаться, да. Не может, у него глаза расширяются просто. Вот зрачок, блин, это ужас. Успокоить его надо. Энергетический доктор туда. Пусть снимает действие наркотика. И чтобы кто-нибудь ему глаза хоть прикрыл, пусть он не видит, как это все происходит. Да, неважно. Надо подумать, что делать с такими. Вот эту энергию его боли нужно как-то купировать и выпить, чтобы она им не досталась.
поливалки. То есть, понимаешь, как они вверху над ним держат твою проекцию? Да, чтобы в меня пробить меня. Я-то людям и на боль открыт. Он уже ломанулся к тебе этот, да? Ты его уже чувствовал, я вижу. В спину пробил. Я сегодня его освободил, он обрадовался. Как ты уже освободил, ты видишь процесс. Да, я вижу, его всего вот так трусит. Это даже чувствуется на уровне его души, что он такой нестабильный очень. Ты его успокаиваешь просто. Да, я его принимаю и провожу вверх. Ты его с финьками отправил? Обычно. И финькам показал, конечно. Своей болью он очищается и идет наверх. Хорошие миры. Это будет каждые 12 минут, Илья. Не знаю, куда цифры, там много их. 20 человек примерно. Вот где это? Бомбардировка этого места. Да, он как под куполом скрыто, это место. Я пытаюсь его на карте как-то высветить, на глобусе, как угодно. Тени. По запаху, вот, когда он пришел, собачек, тень, кого угодно. Да, они пусть зайдут через меня, покажи. Да, показываю. Потом обозначает это место, зовут синих. То же самое синие, пусть место пробьют изнутри. Как какой-то бункер подземный. Или а мне почему-то идет в Филадельфии, или это место, Это или это легко. что? Бомбежка. Так как купол подземное что-то, бункер, купол что-то вот под землей. Странное у них, как вроде над тем местом есть купол. Такие купола бомбить. Сломать. Вот мы их сломали чуть раньше. Они в ответ. Хотят помешать действиям Трампа. Идет синхронизация наших усилий и Трампа. Они это хотят сломать. Что тени говорят? Останавливает их. Там девочку притянули. С фантазией работают. Да. А с тобой что хотят сделать? Девочка. Как та девочка, откуда они узнали? Знаю, да. В очочках небось было. Будут заставлять ненавидеть. Надо. Я вижу их глаза сумасшедшие абсолютно. Они под каким-то воздействием тоже. Они зомби какие-то.
Что за программа ими руководит? Может, наркота какая? Наркота и программа, смотри. В измененном состоянии сознания они как ищут силу. Вот эта чернота ими завладела. Да. Диагностов туда. Сатанисты. Да, естественно. Я на ее... меня. Они серьезно работают. Вот, Серьезно. Я на ее лицо смотрю. Посмотрю. Можно как-то там свет вырубить? Зачем? Они не увидят и не сделают. Ритуал-то сорвется, им же не просто убить нужно. Скажи синим. У меня есть подозрение, что ритуал уже пройден, он до меня только дошел сейчас. Да, пройден. Вот она должна сквозь тебя пройти полностью на вылет. Она просто прилепится к спине комком. И зеленый диагноз туда. Как две медузки. Он хорошо медузок отделяет, как сопли. Да, хорошо. Также провести ее. Какие дальше наверх? Вот в этом измененном состоянии они погрузились теперь. И диагносты знают, с чем работать, с этими силами, энергиями, и стиратели, программисты. Вот такое состояние стирать, и вот в этом состоянии информацию они открыли сами. Чтоб в тело не вернулись, правильно? Чтобы в тело не вернулись, и чтобы в этом состоянии связи с медузками не восстанавливали и с тварью, с роем. Они теряют себя, индивидуальность, и вот эту безграничную океан силы чувствуют. Вот этот океан силы выпить, а информацию об этом всем, что в этом океане силы, стереть. Они стали воротами. Вот в эти ворота можно войти и нашим воинам. И воинам туда. И собачек войти в этот океан сил. И всех, кто там, кусать изнутри. И диагносты также входят. И всякие, кто туда входит, они изнутри вычерпывают силу. Состояние. Да, пошло работать. Но им так работать около 5 часов, ты представляешь? Представляю, поэтому диагностов там много. Ни одна капля боли не должна уйти никуда к ним. Все в диагностов. Пусть облепят этих людей. Все жертвы.
Это один из трех ритуалов Ильи. А еще два какие? Сейчас, минуточку. Давай с этим разберемся. Да, подожди, пожалуйста, да, я это ну, да, досмотрю, чтобы все правильно сделали. И там я уже душ не вижу. Они все ушли в этот ритуал, выпиты души ритуалом. Ни энергетики, ни это. Сволочь. Комариков им, атлетов. Там еще какой-то ребенок. Это вишенка на торте. На этом будет завершать тонкая настройка всего большого массива. После насилия, убийства и такое придача легкости всем энергетикам. А то не все энергетики, души были легкие. Максимальный эффект, чтобы. Побоялись передозировать, чтобы не умер. Поменьше укололи. И его не очень взяло почему-то. Он трусится весь. Я держу его, мозг успокаиваю, руку положил и душу держу, напитываю собой, своей силой, добра ему. Белый американский мальчик, Бенджамин. Да. Белый. Волосы русые. Да. Почти блондин. Ты заметил, да, на кого похож? Совенок. Совенок. Примерно в том же возрасте. Вот как они все знают. Выясним. И момент выяснения станет последним моментом их жизни. Видишь, как они как-то по времени работают, Илья. Образ, который наложили на тебя, как настоящий ты теперь. Образ той девочки, как той девочки. Ну, ты понял, первой. И образ, который вот Алекса. Это что, чтобы показать, что они все знают? Чтобы достичь максимального эффекта в этой вселенной. В рамках этой вселенной. Начало и конец взять процесса. Но они не знают про другой конец процесса. И они не думают, что ты это ты, они думают, что вот единственный контакт с женским там,
Ну, в общем, суть с материи взяли, самое начало. Да, на выходе, в начале пути, да? Угу. И здесь, на входе, и вот сейчас. Да. Выход. Взаимодействие двух сил. Вот. Просто вот эту вот мужскую силу они постарались максимально полно охватить. Синим скажи, что вторую пленку надо сжечь либо изменить. Полностью перекодировать. Да, сказала. Этот ритуал не может достичь цели, потому что они неправильно прицелились. Они многого не знают еще. Коррекция цели нужна. Поэтому 40% эффективность просто шлепается и все. Ну, неприятно, но и все. А даже если бы они знали все, у них бы не хватило ресурсов охватить все. Множественные цели они охватить не могут. Мозгов не хватит уже. Да, они какие-то ключевые моменты взяли. Начало, конец, грубо говоря, и вход. Ну, типа даже по центру Да. не могут ударить. Да. Пусть хирург все стирает, всю информацию в них. О ритуалах. О нас. О Рое, о Короле Вишне. О магии. Вот там как стержень магии. Фу, выдергиваю. Да. Как лист железа, который проткнул лом. И лом, и лист почему-то я. С моей силой. Странно. Сам себя. Они как-то сделали так. И я вытаскиваю. Все. Поскольку тот ритуал со свободной энергией и с фламбергами в шар бьют с моим изображением в мою силу, он был первее, поэтому все последующие лишь усиливают этот первый с чистыми энергиями, с чистыми намерениями. Все идет так, как в первый раз, а все силы, которые потом накладываются, лишь помогают ему. Да, они взяли тот ритуал, который означал воинскую клятву верности. Вот пусть, Соединение, значит, да. да, соединение. Вот пусть, значит, все остальные таким образом усиляют. Но они идут в усиление меня. Следуют моему пути против Роя, значит, в борьбе с Роем. Они лишь присоединяются мне и подчиняются мне. Всю свою энергию направляют мне. Хорошо, принял. Обычно синие более аккуратно работают, а тут, когда стирают информацию из мозга, они половину мозгов выворошили. Нормально. Ну да. Правильно, глубоко работает, молодцы. Психолога им туда, вот в это измененное состояние, пусть порядок наводит. Также глубоко, жестко, мощно, тщательно, основательно.
сразу же психолога. Он говорит, шоковая терапия, замкнуть их на лабиринты нижнего мира, пусть там сознание бродит в тот момент, когда там еще было много жителей. Да, пожалуйста, как угодно. Да, это будет шоковая терапия, отлично. Пусть если они сейчас в измененное состояние, и какая-то часть сознания не принадлежит телу, пусть там и находится. Да, вернуться не все и не все. Сами выбрали путь туда, пусть там и бродит. Тоже сыновья каких-то достопочтенных семейств. Да, элита, которая не хочет потерять свою силу. Они даже убежать не могут, им не дает. Трамп не дает. Они решили. Не знаю, что они решили, пробить как-то. Кого и зачем? Восстановить свою силу. А вот я протыкаю. А вот теперь смотрим на любую действующую крепость звезду. На нашей планете? Нет, на действующую. У нас нет Угу, действующей. да, у нас нет действующей. Да, смотрю, вижу. Вот там внутри наполненная она энергиями, да? Да. Во-первых, их туда бросить, на ту планету, где защита. Соединить вот О. эти объединенные мозги и бросить. Да. А, не хотят. Придется. Ну что же. Это их сознание. А то место соединить, наложить на внутрь крепости звезды. Да, я поняла. Да, внутри крепости звезды там огромный столб энергии. И если наложить на то место просто все те, кто там был, Вот эта те, кто энергетика по центре, сгорает, да. да. И можно еще несколько звезд туда высунуть. В саму суть таких ритуалов. Пусть все сгорают. Всем жертвам та энергия свободная, которая была при посвящении меня. Хорошая, живительная. Ну то же самое, что в крепостях звезды, по сути. Достаточно. Суть одна. Живительная благодать. Из-под куполов стоячие волны пусть идут туда. Да, я поняла, хорошо. Их просто повыше поднимают, те, которые жертвы были. Их сразу на свободной волне поднимают вверх-вверх. Да. Показываем выход просто сразу. Да. От боли они сразу умирают, и вся боль на в резонансе с той благодатной энергией и на выход. Все ритуалы больше не работают. При убийстве души освобождаются, энергия становится совершенно другой. Девочке медсестру в помощь и золотого диагноста. Да, хорошо.
А ребенку много-много финьков. Они тоже обезболят своей энергией золотой. Они залечат все, все уколы. Наполнят. На физике пусть грызут тела пантерки. Все такие тела. С такой энергетикой. И все, всю их родню тоже. Теням. Настоящем, прошлом и будущем. Пусть тени забирают всех. Все банкирские дома. Так называемые. Да, так и есть. Это кланы. Да. Будут именно кулоны. Последний умирает 26-й год. Вижу прям. Хорошо. Из ныне живущих. Долго, но лучше так пока. Они будут сознанием бродить в мире теней. Им это покажется очень долгим. Да, сознание тоже нужно веселых устроить. Не только душу, но и сознание. Пусть и не забирают все сознания тех, кто вот так убивает всех. И играются со всеми этими энергиями, со всеми сознаниями. Все себе. Да, экскурсии им проводят. На пару миллиардов лет. Для обсчета путей экскурсии можно квантовый комп взять любой, попросить обсчитать. Они мне показывают галерею. Поверь, так им будет хорошо. Да. Верю, я доверчив. Квантовый комп, да, это хорошо для симуляции их собственных страхов. Для стимуляции их собственных страхов. Для просчета деталей. Да. Ну, если у меня 1000 лет была в таком ящичке, то пусть у них, ну, миллиард пойдет. Хотя там времени нет. Цель всей этой операции, посмотри, чего они хотели-то? Пробить хотели. Так, пробить дальше, что цель? Убрать хотели. Перебросить хотели куда-то. Полностью истребить этим. Они думали, что это все пробьет и разрушит, как воронку. Эти все души, по их подсчетам, должны были пройти вот так сквозь и разрушить. А что, Разорвать. что разрушить-то? Чего они, как они это видят? Видели? Видели они правильно, Илья?
Или почти правильно. Не на всех уровнях, но на тех, которые видели, соответствует. Посмотри, чем они видят. Кто из них видел? Там есть женщина. Это женщина. Я не вижу, чтобы ее как-либо подключали, Илья. Возможно, как-то использует, но она абсолютно слепая. У нее как бельма на глазах. Вот вообще ничего нету. Катаракта, да. Катаракта, да, вот Как белая она с ними совершенно. связана? Одна из них? Но я бы не сказала, что она состоит в их организации. Просто они используют ее знания, ее видение. Родственные связи есть с ним? Есть и с некоторыми из них, Тогда как с можно двумя сказать, или с тремя. Она в уничтожить. 86 лет, совершенно морщинистые руки, старые. Она просто говорит, держится за кого-нибудь, вот и рассказывает. Зачем она за кого-то держится, это я не понимаю. Информацию считать. Да, но ее рука постоянно на ком-то. Изнутри смотрит, и она много руководит, кстати. Вот если все такие есть, судью для начала, милиционера для определения всех таких, для расчистки. Нет, таких немного, именно таких нет. Ну, может, несколько там, я не знаю, несколько десятков, но не более. Найти всех. Вот ответ, как они смотрят. Видит, да. Теням. Это понятно. А теперь смотри, одного из она берет мою руку ей. Да, я не знаю, Илья. Как-то ей не очень понравилась такую информацию. За слишком большой объем, по-моему, для нее. Ведьма Бени Гессерит должна быть наказана. Скажи, к Визасхедерах пришел. Не думай, просто скажи. Сказала. Ее реакция. Вот за сердце и упало. Чего такое-то? Наверное, очень рада Илья, потому что что-то она откопытилась. Да. Остается найти их императора. Ты о них знаешь? Я читал Дюну от Фрэнка Херберта. Это один из них. Вот смотри, все такие, школа таких есть, видящих типа. Они слепые. Это самый верхний, а там еще несколько уровней школы. Типа невест рассылают, обучают. Их потом ослепляют, Илья. Или глаза им закрывают, чтобы они не видели физический мир потом. Они знают все образы абсолютно. Это не то, что слепые от рождения, детки какие-то. Они знают все образы, они видят все образы. Им так легче намного тогда рассказать. Их ослепляют во время какого-то ритуала, как Да. посвящение. Да. Им что-то насыпают в глаза, как сахар какой-то, кристаллический порошок, не знаю что. Что-то, что вызывает постоянно помутнение, помутнение и зарастает, зарастает. Они перестают видеть и видят только то, что могут видеть закрытыми глазами. Чтобы полностью уходили в тот мир. Мир образов вот теням. Всех таких пусть они бродят вечно по мире теней.
погружая их на 3 уровня вниз. Они хотели туда идти, помогаем. Сейчас я посмотрю в них. Их кормят какой-то определенной пищей, дают пить какую-то определенную жидкость только. Ты знаешь, что это за жидкость? Да, знаю. Они на этой волне боли и страхов живут. Но я эту волну протыкаю. Теперь она идет свободно. Испаряется вместе с ними. Хватит им купаться в ваннах с кровью, с болью. Они почитаемы были. Смотри, откуда они вообще приперлись. Вот эта школа вся. Они для связи с ней были. Ну, они олицетворили в том числе. Они держатели ее сознания в том числе. Да, я вижу, что там. Там прямая связь с ней была. Вот смотри, сама эта школа где появилась тогда. Потому что это не, явно не за 150 лет на нашей планетке. Нет, не за 150 лет. Посмотри, вот это. Они были там у нее. Смотри, где, да. Что извратить? Чем это было до извращения, что эта школа? Что, серьезно? Рассказывай. Нет, или я не могу, не вижу. Да ладно. Да серьезно. Врушка. Ну прости. Они были так, как. Те, кто. Слышали? Угу. Где? Смотри. Нет, не там. Ну, естественно, не. На каких-то, в каких-то других мирах, Илья. Да, предыдущая вселенная, похоже. Да. И вот всю эту школу взяли. И те, что рядом были. Ну, где-то там, да. Слушающие дыхание Бога, скажем так. Я вижу. Это при императоре. Потом извратили в какой-то момент, смотри. Ну, сейчас вообще какие-то сумасшедшие картинки идут, как вроде ими откупились от нее. Или им, и ей дали секреты этой школы, это я не понимаю, каким образом.
чтобы она не захватила ту. Не понимаю вот этого, я честно не понимаю. Она как вскользь прошла сознанием по той вселенной. А вот в той вселенной смотри. Почему вскользь прошла сознанием? Что было в той вселенной? В той вселенной был один бой. Один большой бой, который выкинул сюда остатки Роя. Вот сюда, в эту вселенную, и сюда, на эту планету они попали. Там был бой, одна планета была разворочена полностью на том бою. А вот второй планеты она не коснулась, просто как дыхнула на нее и ушла. Не захватила и не поработила. Оттуда она взяла этих слушающих. Это вселенная другая, вот там смотри. Да, это другая вселенная Что до там было? этой. Почему она не лишь проконтактировала с ними и взяла идеи, скажем так, силу и прочее, и ушла? Что там было? В той вселенной был бой. Ее Так. заманили, это была ловушка. Так, где была вселенная разворочена, а вот там, где кто коснулся. А, туда. Вот это я не вижу, Илья. Она оттуда взяла просто что-то. Это как откуп, выкуп, как договор какой-то. Не очень вижу, честно. Вижу, Я что понял. что-то она взяла и что-то ей взамен. Понимаешь, как договор Она какой-то. сунулась, начала извращать эту школу, чтобы они ее потом притянули один из раев оставить. И не получилось. А вот почему не получилось? Что там было за вещество, которое они принимали для контакта? Такое похожее, как у той синей. Ну, типа, да, только смотри, источник. У синей растительное. А там какое? Кто его кристаллами делал? Кто его синтезировал? Смотри. Нет, я голова разболелась. Прости, не Вот. вижу. Я вижу кристаллы, из которых это делали. А кристаллы где? Они как синтез чего-то, вот как Да. вырастают, это синтезируют, это как химическое образование какое-то. Да. Спайс. Вау. Где растет? Синие кристаллы. А у тех, кто это принимает, смотри, глаза какие. Такие же. Какие? Как и кристаллы. Здесь они уже просто катаракта, а там они становятся Ярко-синими. прозрачными синими. Да. Железо. Не знаю, Илья. Много вспоминается. Весело. Есть хоть один фантастический рассказ, скажем так, не документальный? Я пока не нашел. Как Рой все видит, да? Перерыв, всплывай.